Алексею Навальному нужны были выборы. Наверное, тут ответ прост, потому что Алексей Навальный – политик. Ну, он был политиком, так сказать, достаточно узкого интернет-блогерского, что ли, сообщества. Сегодня это политик федерального уровня, безусловно, и его эти выборы этим, собственно, политикам и сделали. Так что с Алексеем Навальным здесь ясно. Другой вопрос, зачем это нужно было Собянину, потому что такую свинью подложить, так сказать, одному человеку, который теперь, спустя определенное количество времени, будет реально претендовать снова на этот самый пост. А впереди у нас и уменьшение бюджета, и выборы в Московскую гордуму, и так далее, так далее. То есть вещи, которые, ну, очевидно, приведут Собянина из ранга победителя. А он, ну, что говорить, действительно победил. Доли процента здесь, в конце концов, психологически, так сказать, они ничего не меняют. Они могли бы менять там в Соединенных Штатах что-то там, так сказать, если считали там каждый бюллетень отдельно. Так вот, с каждым годом, да с каким годом, с каждым днем позиция Собянина будет ухудшаться. Ухудшаться, и в конце концов он станет абсолютным злом для Москвы. Он будет тем человеком, который будет виноват в том, что пробки и проблема не решена, потому что зарплаты, потому что пенсии, потому что преступность, ну и так далее, так далее, так далее. И все это вывалится на него еще во время выборов депутатов Гордумы. Во всем будет виноват Собянин. Вот таковы итоги московских выборов.